сейчас мы будем больше работать над бросковой техникой. Потому что в основном мы сейчас зарегистрировались только там, где не было бросковой техники, так как от сентября до октября месяца мы еще по программе школы не проходили бросковую технику, но к декабрю уже подтянется бросковая техника, партер, и я думаю, что большее количество спортсменов смогут выступать в такой более серьезной версии, как MMA Light, это с применением бросковой техники и болевых приемов.